Всем доброе утро. Начинаем эксперимент с еженедельными влогами. Я решила начать не с понедельника, что было бы логично, а с пятницы. Потому что сегодня у нашей малышки день рождения, ей исполняется годик. Время очень быстро пролетело, я вообще в шоке, что уже целый год. Вот, поэтому сейчас бегу по всяким пунктам выдачи за платьем для Мирославы, за шариками и тому подобное. Вот, буду держать вас в курсе дела. Тебе сегодня год, ребенок. Смешно тебе? Год. Год. Целый год. Целый год. Можно потрогать, так я пойму, что подарок понравился. Ну ладно. Я на видео снимаю просто. 7 тарелок. Я тоже не умею. Это человек, который заслужил право стоять здесь. Не буду долго представлять его. Тот самый Руслан Дильмухаметов! Всем здрасте, 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 привет, как настроение? Руслан, как тебе прическа? Мы приехали в Тагил отмечать второй день дня рождения Мирославы. У нас сегодня будет чисто день родственников. Тут и живая музыка, все дела. Господи, почему май так прекрасен? Поняла, что если бы меня спросили, из чего состоит моя рутина в декрете, то мне бы хватило буквально трех слов. Это ребенок, кофе и тортики. И, пожалуй, на этом все. Скорее всего, эти влоги будут не совсем разнообразные, но посмотрим, что из этого получится.